Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас Перри, и сегодня мы с вами разбираем песню группы Hollywood Undead под названием Young. Песня местами легкая, местами не совсем, поэтому где-то вам будет очень просто, а где-то придется немножко подзаморочиться, потренировать руки, если нет техники, то потихонечку нарабатывать ее, даже благодаря этой песне в том числе. Прежде чем сыграть эту песню, нам нужно перестроить гитару в дроп-ре, то есть опустить шестую струну. Что это значит? Это значит, что шестая струна у нас звучит как первая ми, по идее. Мы опускаем ее, чтобы она звучала как открытая четвертая. Соответственно, если мы настраиваем по пятому ладу, то у нас должна звучать шестая струна как открытая пятая, но на седьмом ладу. Не на пятом, а на седьмом. После этого мы сможем обычные квинтаккорды играть, переместив этот палец сюда, тем самым зажимая все одним пальцем. Итак, начинается все на самом деле очень просто. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, дергаем два раза, немножко тянем. И первую струну зажимаем на третьем ладу. Играем два раза ее. Затем снова два раза вторую струну. То есть... После этого первую струну мы зажимаем на первом ладу, играем два раза. Затем один раз дергаем вторую струну на первом ладу и снова два раза первую струну на третьем ладу. И после этого вторую струну на первом ладу снова два раза, но немножко тянем. Тем самым у нас получается... И так играем по кругу. Так играем несколько раз, и начинается, вообще этот элемент припева, просто он здесь звучит как вступление, и начинаются уже аккорды припева. Мы играем аккорд до, табулатура в помощь, аккорд ре диез, он же ми бемоль, аккорд соль диез и аккорд ля диез. Все чисто ровными ударами вниз-вверх, 8 раз каждый аккорд. На протяжении того, как ритм гитары играет эти аккорды, играется эта мелодия. После этого, это вообще припев, но он здесь звучит, как я уже сказал, в качестве вступления. Затем вешаем аккорд до, просто ударяем и ждем. И тут у нас начинается куплет. Куплет начинается с пианиной партии. Вот мы повесили аккорд, и в этот момент звучит пианино. Сыграть эту партию пианино на гитаре достаточно геморройно. Я не говорю, что это невозможно, табулатура вот внизу, но это достаточно проблематично, тем более без выреза, тем более не имея там огромную гигантскую растяжку. Можно, ну, это достаточно геморройно. На самом деле, я даже не заморачивался по поводу этой партии. Она есть для тех, кто захочет заморачиваться в табулатурах. Почему я не стал заморачиваться? Потому что это очень неудобно. Ее, по идее, можно переложить, сыграть на октаву ниже. Строй гитары, разнообразие нот на грифе это позволяет. Но в этом нет смысла, потому что позже вступает гитара, играет то же самое на низких. Мы к этому подойдем, мы это разберем. Поэтому вот эту первую часть, когда вешает аккорд, либо мы просто подождем, либо, если хотите, ну, можете заморочиться. Так или иначе, после этого начинается вот небольшое вступление к куплету, и поехали куплет. В куплете у нас звучит ритм. Но на самом деле фишка в том, что это играет не электрогитара, это играет бас с овердрайвом. Возможно, я уже не помню, потом вступит гитара с этими же аккордами, может быть. Но так или иначе, мы будем играть это как гитара, поэтому у нас здесь всего 5 аккордов.
Все они представлены сейчас ниже. И лучше их для начала играть с приглушением. Как играть с приглушением? У нас есть специальный видеоурок, разбор на эту тему. Но если вкратце, вот эту часть руки прижимаем вот здесь вот по рожку, чтобы звук был глухим. Итак, аккорд до. Два раза. Каждый аккорд играем два раза. Ждем. Затем ля диез. После этого соль диез. Затем соль и фа. Поначалу можно играть с приглушением. А потом без. Гитара начинает играть ту же партию под самый-самый конец куплета. По-моему, буквально всего один или два раза она проигрывает эту партию. Вы можете играть как в оригинале, а можете, если вы, допустим, даже в две гитары играете, а можете играть на протяжении всего куплета, это полностью ваш выбор, комбинируйте, размещайте элементы. Вот я показал табулатуру на пиано-версию. Есть у вас ритм партии и есть соло партия гитары куплета. Значит, что у нас здесь происходит? Звучит она так. Она вообще играется с приглушением. Но я буду разбирать ее без приглушения, чтобы вам было четче ее слышно и более понятно. Итак, начинается все на четвертой струне, на пятой струне. Мы играем третий, пятый, шестой лад. Лучше играть аппликатурно. Что это значит? Это значит под каждый лад свой палец. Если мы начинаем с третьего лада, соответственно, на третьем ладу мы все играем первым пальцем, вторым пальцем все на четвертом, третьим все на пятом и четвертым пальцем все на шестом ладу. Это играть аппликатурно. Итак, третий, пятый, шестой лад. Снова третий. После этого пятый лад, но четвертая струна. Снова пятая струна, третий лад. Затем шестой лад, третий лад. Старайтесь все играть только переменным штрихом, то есть не, а именно ударами вниз, вверх. Так вам будет проще играть на скорости, чем, и будет получаться на самом деле ровнее в ритмике. Итак, это первая часть. Затем всю конструкцию пальцев, просто пальцы перемещаем с пятого по восьмой лад. И играем шестую струну на восьмом ладу. То есть это у нас идет перемещение, как в случае пианино, только другому. Далее. Все, на самом деле, дальше партия повторяется. Мы сменили только основную ноту, басовую, так сказать. Здесь она у нас была нота до, на пятой струне третий лад. А здесь она у нас будет нота ля диез. Это будет восьмой лад, шестая струна. А вот эта часть, вот эти ноты, остаются те же, точно такими же. То есть, шестая струна, восьмой лад. На четвертый играем пятый, шестой. Снова басовая струна. Шестая струна, восьмой лад. Четвертая струна на пятом ладу. Снова шестая на восьмом. И опять-таки, пятая струна, шестой лад. Шестая струна, восьмой лад. То есть мы просто повторили вот эту партию, за исключением основной ноты. Далее мы играем опять-таки то же самое, сменив только басовую струну. Теперь это будет шестая струна не на восьмом ладу, а на шестом. А в остальном все то же самое. То есть... Да? И вот в четвертом случае у нас уже поменяется партия. Хотя басовая струна будет сдвигаться, естественно, дальше. Теперь это у нас нота фа. Мы начинаем с нее.
это шестая струна, пятый лад. Играем ее, затем пятую струну на пятом и шестом ладу. И снова шестую на пятом. После этого шестая струна, третий лад, пятая, шестой, шестая струна, пятый лад, пятая струна, шестой. То есть... Еще раз. Теперь все вместе медленно. В быстром темпе. Можете играть с приглушением. Все, так звучит куплет, все основные его элементы, ритм. Пианиная партия, которая звучит на гитаре. Дальше начинается припев. Припев — это то, что мы разобрали в самом начале. Это вот эти четыре аккорда. И поверх звучит эта мелодия. После припева все повторяется снова по кругу, снова точно такой же куплет, там ничего не меняется. Снова опять-таки припев, и начинается проигрыш. Проигрыш, ну, до безобразия элементарный. Берем вот эти четыре аккорда из припева и слегка меняем их местами. Теперь мы будем играть, и даже не будем их играть, мы их просто вешаем. До. Потом соль диез. Затем ре диез. И ля диез. То есть... Так весь проигрыш. Если вы играете в две гитары, единственный вариант, который могу вам предложить, там пианино играет такие штуки. Она играет просто у нас... Она просто играет ноту ре диез. Ну, возьмем серф-аккорд. Она делает удары на слабую долю по три штуки. То есть как это звучит? Все, ну, соответственно, без первых аккордов. И на оставшихся двух пропускается. Все. Ничего больше нет в проигрыше. Совершенно. После этого опять-таки припев. И кончается все. Все, на этом песня полностью заканчивается. Песня, как вы могли заметить, несложная. Теперь давайте поговорим о важном, поговорим о новогодних праздниках, о предстоящих акциях, ништяках и так далее и тому подобное. Major Band сейчас перед Новым годом запускает предновогодние акции, то есть их будет несколько. И первый из них, как я думаю, самый внимательный из вас заметили, что сегодня играл на чудесной гитарке Такай, прекрасная японская фирма и отличные гитары. Так вот, эти гитары будут продаваться с сегодняшнего дня с 30% скидкой вплоть до самого Нового года. Это вот первая из акций, чуть попозже будут остальные. Все эти гитары представлены как на сайте, так и в группе, так и в самом магазине, куда можно можете приехать, и пощупать, поиграть и так далее и тому подобное, если живете в Москве. Вот. Что касаемо... Также хочу напомнить для тех, кто не смотрел, не слушал это в разборе Паранойза по поводу видеоответов, что и тема, именно тема для обсуждения в нашей группе ВКонтакте есть. Задавайте вопросы, мы с Ванькой снимем видосик. Ну, в крайнем случае, если даже Ванька не сможет, то все равно снимем видосик. На Никиту позовем. Всех позовем, снимем видос, ответим на ваши вопросы, расскажем, что, чего, куда, как, зачем и так далее и тому подобное, что ждать и все в таком духе. И также это не единственное, чем мы вас порадуем под Новый год. Все это впереди, но все это дело будет в декабре. Осталось прям вот чуть-чуть. Надо подождать. Да, что-то ждать ничего не осталось. Вот, все. До декабря.
скажем так. Надеюсь, вам разбор понравился, вы поставили лайк, написали комментарий, захейтили, обрадовались, все что угодно сделали. Мы прочитали, поржали, расстроились, поплакали, посмеялись, ответили на ваши вопросы. Ну, все как обычно. Ничего пока нового в разборах не предвещается. Вот, на этом все. Всем спасибо. Ребят, счастливо.